Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенда Дракономании. Вы соскучились, да, пару дней у меня не выходили серии, потому что вышла новая игра, да, Jurassic World Live, по ней снимал серии, по миру юрского периода было много событий, боссы там всякие, турниры и прочая лабуда, потому вот только сейчас доходит у нас руки. Так, у меня почти новый дракон недели, что-то я думал, что еще у меня есть один день-два, оказывается, уже нет. Ну, а сейчас мы разберемся, как выводить дракона заводной. У нас эпик, три стихийки. Так, что у нас тут по событиям? Вы видите как можно больше драконов, ну, такого ничего супер важного. Максимальное отдаление. О, так, у меня, кстати, там уже в инкубаторе место освободилось. Так, а зачем у меня вот здесь ползает яд? Кто-то знает? Я не знаю. Продать. Он просто занимает здесь место. Так. Это у меня комбинация, ребята. Шипик плюс земля. Это комбинация, чтобы вывести какого-то дракона пустоты. Очередного. Так, как видите, у нас здесь есть кое-что. Мы вывели прошлого дракона недельку. У нас осталось 4 дня для окончания феечка. Но феечку мы уже вывели. Нам еще предлагают вывести колдовское разведение дракон-цветок. Это агава плюс облако. Давайте, если мы нажмем вывести. Вот наш дракон-цветок. То есть агава на одну звездочку у меня есть. И облако есть тоже на одну звездочку. Это мы приступим как-нибудь попозже. А сейчас мы приступим к комбинации лава плюс ультрафиолет. Так, чтобы получить лаву, если у вас вдруг не хватает дракона лава, давайте сейчас мы будем сюда выбирать дракона лаву. И я буду рассказывать, как его вывести. Дракончик лава. Ищем дракона лава. Вот дракон лава. Его вывести это легко. Земля плюс огонь, либо огонь плюс дерево. Получится лава. А второй дракон нам нужен, это ультрафиолет. Металл нам здесь нужен. Давайте искать ультрафиолет. Он похож на дракона металла, только другой раскраски, черный такой более. Вот наш дракон ультрафиолет. Чтобы вывести дракона ультрафиолет, нужно взять дракона металл. Ну вот, который у нас тут был совсем недавно. Вот дракон металл. Плюс дракон энергия. Либо энергия плюс шипы. У нас, кстати, шипы, шипов, да, тут много, вот. Вот шипы. Есть шипик, есть шипы, есть еще там кто-то. Ну, давайте, в общем-то, приступаем. И это все дело должно занять у нас 20 часов. И побочные драконы могут быть Минотавр, Война, Броня, Гейгер, Плазма, Кирпич, Метеор, Рубин и Чугун. Чугун, кстати, вводится тоже 20 часов. А у нас получилось что-то на 6 часов. Это Минотавр, либо Война. Вот такие вот дела. С этим разобрались. Теперь же давайте, ребятки, выведем нашего дракона неделечку прошлую. Это у нас дракон зависть. Так, что-то у меня тут уже мест становится мало. Надо разбираться, где у нас есть места. Так, очередной дракончик ОВД. Пока у нас неплохо получается. Большинство драконов получается вывести. Вот, кстати, заводной наш дракончик. Ты кто у нас? Шагоход. Кстати, прикольно, мне нравится, как он выглядит. Так, дракон зависти, но мы уже с ним читали, да? Любит бардаки. Вот наш дракон. Странные у него глаза, смотрите, они такие очень овальные и странно расположены. И он пищит, как какая-то гусеница. Забавно передвигается. И хвост у него такой забавный. Тыч, 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 тыч. На 10 уровень, по традиции. У меня 2 миллиона еды, а это значит, мы сегодня еще кое-кого прокачаем, ребята. Так, с этим разобрались. Давайте посмотрим, что у нас тут идет по событиям нашим. Так. Готово. О, сейчас мы будем выполнять. У нас началось новое событие, ёшкин ты кот. Ну, пошлите, ребята, заполнять эту штукенцию. Будем сейчас воевать, завоевывать. Нужно выполнять. Не нужно лениться. Так. Сегодня понедельник, просто у нас выходной день, да? Троица. Потому
есть возможность записать этот видосик. Так, самый сильный у нас факел. Мы проголосовали за то, что мы заколдуем факела. Это мы сделаем, может, не в этой серии, может, в следующей. А может, и в этой, посмотрим. Но поскольку у нас есть замковые события, да, там, где обязательно нужен дракон металл, то есть это по причина, по которой я качаю архангела, нужен дракон с металлом, то есть, а если мы не колдуем металл, то нам нужно повышать ему уровень больше, чем у остальных. То есть у меня факел 46, то есть архангел должен быть выше по уровню, чтобы компенсировать недостачу силы по звездам. Так что вот такая вот дела, то что мы сейчас спустим 2 миллиона еды именно на архангела. Может, хотя бы уровень один ему подымем. Так, это мы задание выполнили с вами. Готово. Давайте сейчас соберем. По-быстренькому, да, повыполняем здесь все. Это мне не нужно, это мне нужно. Давайте поприласкаем дракончика, начнем с фермера. И пойдем по легендарным. Так, легендарный комета. Усач. Так, китсуне дракон из подземелья выигранный. Колдовская черепашка по имени Наташка. Так, собственно говоря, наш ядреный факел, который скоро получит последнюю звезду. Дракончик осень. Так, ну и последняя, да, ребята. Так, и мы выполнили наше задание. Так, ну еще вот это. Так, чего мне здесь не хватает? Вот палочек. Давайте попросим палочки пока что. Так, я буду этот. Мне нужен один, можно эти отдать. Пока что. Так, вот такие вот у нас дела. Задание. Ну, это тоже нужно поставить. Нам нужно выполнить сколько... О, зомбик. У нас сейчас главный приз зомбик, ребята. Давайте попробуем пройти это все дело. Нужно было сейчас колдунуть архангела. Так, он бьет по 477-429, да? Сейчас мы колдунем архангела после двух боев. Давайте проверим его легендарный удар. 525 тысяч. И наш тигрик. Так, это был один бой. Сейчас еще. Ух ты, три павлина, ёшкин ты кот. Ну да, 500-429 дополнительный удар. Павлины не любят огня у нас, да? Хорошо. Конечно же, против робо-дракона у нас будет энергия. Так, а здесь будет огонь. Так, мы задание выполнили, скорее всего, еще нет, да? Нет, уже выполнили. Завоюйте рудники на карте, это мы тоже сейчас сделаем. Воспользоваться гневом драконом, увы, мы этого делать не будем. Так, идем кормить архангела. Посмотрим. Кормить. Блин, раз, два, три, четыре. Так, четыре раза, 4 × 4 = 16, 1 700 000 нам, короче, нужно, ребятки, чтобы заколдовать его дальше. 573 на 1 800 000.
1 900 000 и 573. Сравним с осенью. 1 800 000 и 523. Да, ну очень большая разница. Одна звездочка, конечно, многого стоит. Так, кстати, давайте пойдем дальше завоевывать. Завоюем сейчас эти два рудничка и вернемся обратно в подземелье. Так, смотрим атаку нашего самого сильного дракона. И какая теперь будет атака? 600 тысяч, было 500. Это был один. И вот второй. Отлично. Как хорошо. Команда теперь работает. Так, мы задание выполнили. Ну, исследовать руны, увы, это не к нам сейчас. Возвращаемся обратно в подземелье. Попробуем выиграть зомбика. Так, теперь у нас Архангел силен, как никогда. Так, дракон кенгуру, он не выживет. Мы его подожжем. И все начинается сначала. Вот так, чудесно. Сейчас мы сменимся на факела. Поскольку, играя через эмулятор, нельзя просмотреть рекламу почему-то. Берем факела. Берем рысь. Тут без разницы, кого брать, на самом деле. Он все равно не доживет. Так, монах из подземелья. Мы его вырубаем. Рысью мы щитик накладаем. Хотя нужно было на ягодку. А ягодка и так выжила. Вполне себе даже молодец. Не рассчитывал. Снова монах. Промахнулся. Шип. Дракон шип промахнулся. Акела промахнулся. Акела промахнулся. Смотрели этот мультик, ребята? Так, идем дальше. Два боя осталось. Вообще с одного удара. Это вообще божественно получилось. Заколдуем ягодку, чтобы она не умерла. Камень, ледяной камень ее убережет. Так, как там? Панк, панк, панк. Какой-то там панк. Киберпанк у нас, в общем, дракончик верхний был. Так, остался нам один шажочек. И шанс выиграть зомбика, на которого я сейчас собираю. Эх, не смог. Так, ну что, откроем по традиции наш крайний правый. И, ну, такое себе. Алмазики можно было и выиграть, ну ладно. Не беда. Так, теперь, ребятки, нам пришло время качнуть врата еще. Опа! И все готово. У нас максимального уровня, у нас теперь 8 целых очков. Ради этого давайте еще один бой сделаем. Зайдем вот сюда, нажмем напасть, нажмем нанять. И кого-то наймем за 7. За 7, за 7. 70 уровня. Валентина. Ты наша спасительница. Сейчас мы 100% пробьем этот бой. Победим. Так, в былые времена склоны Ледуиса были покрыты густыми лесами. Но тираны вырубили все леса и пустили их на топливо для своих боевых машин. Что вам это напоминает, ребята?
Это напоминает, как работали орки у башни Саурона. И когда энты ее штурмовали, да, там затопили вот это все барахло. Давайте поставим на место тиранов, пока они не уничтожили остатки леса. Да, вызовем энтов. Да, у нас там 1.70 дракон, он тут всех порешает. Ну, вот и он. Давайте воспользуемся ветром. Это божественно. Это у нас горгулья, да, дракон, по-моему? Очень слабо. Даже выжила моя осень, представляете себе? От дракона 52-3 уровня. И пустотой поглотим эту тварь бездну. Так, я даже представить себе не мог, что здесь снова будут расти деревья. Возможно, мы сможем снова вырастить лес, если не позволим тиранам нам мешать. Та-дам! На 3 звезды, ребята, мы прошли этот уровень. И у нас там, смотрите, колдовской дракон Жук. Не помню, как его зовут. Жук, наверное, не Жук. Давайте, что нам стоит? Мы пойдем и просмотрим. Колдовское выведение. То есть, когда колдовское выведение занято, я что, не могу посмотреть колдовских драконов? Как-то печально. Блин, ну как, подождите. А, вот, тут я могу посмотреть его. Все отлично. Вот он, Жучок. Он так и называется. Дракон-Жучок. Отлично. Ну что, ребятки, на этом я с вами прощаюсь. Думаю, вам было интересно. Следующая серия не позднее, как через день-два. Всем пока.